В Люберцах завершились соревнования по волейболу среди старшеклассников. В состязании принимало участие 16 команд. В финальной игре за первое место поборолись 4 школы городского округа. 19-я, 47-я, 43-я и 9-я. Воспитанники этих школ вышли в финал. Несмотря на то, что большинство спортсменов занимаются волейболом только в рамках уроков физкультуры, на протяжении турнира они показали отличные результаты. Уровень волейбола в последние годы вообще вырос по Люберецкому району. И теперь, чтобы выйти в финал, ну, это должен быть уже очень приличный уровень игры у ребят. Сами участники уверены, главное – это работа в команде. Все-таки волейбол – это не только динамика и быстрая реакция, но и стратегия, взаимовыручка, безусловное стремление к победе. В первую очередь это должна быть игра в команде. Разыгрывать надо на троих. Кто играет сам, обычно проигрывает. Ну и, наверное, спокойствие. По итогам соревнований лучшей стала команда 47-й школы. 43-я гимназия завоевала второе место. Почетная бронза у 19-й школы. Анна Троян, Кристина Манасарян и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ.